меня после крещения в младенчестве, я до 36 лет не была в храме. И меня привели в храм в 86 году на Троицу. И опять же, через несколько лет я узнала, что в древние времена Татьянин день праздновался на Троице. То есть вот даже привели меня в этот храм. И Троица для меня очень важна. Она по жизни постоянно через храмы, через праздники. Она постоянно ко мне приходит. Даже сон у меня, я не знала, опять же, как Троица, как Дух Святой сошел. Я на тот момент не читала, но когда вот я пришла в храм, я помню, в ночь на Троице, я потом поняла, что это был это некий какой-то отголосок. Вообще, как это происходит? У каждого по-разному. Но для меня это тоже был важный штрих. Я поняла, что это тоже было какое-то вот указание. Когда я вижу сон, и вижу мою квартиру, и у меня отовсюду языки пламени. И я их гашу, а они ничего у меня не горит, а в одном месте я гашу, а у меня он возникает. И на следующий день была Троица. Слово катарсис, очищение, искусство. Все по-разному понимают его, но как вы для себя лично прожили вот этот опыт? Все-таки слово ведет, вы уже об этом сказали, слово ведет, и слово, которое сознательно спето, прожито, то есть душой уже, оно ведет. Вы можете поделиться каким-то воспоминанием о том, как вот именно происходило вот этот процесс с вами происходил, когда появляется какая-то вот чистота в душе, какая-то вот, ну вот очищение действительно. Понимаете, все равно у каждого свой опыт, и вот о таких вещах вообще очень сложно говорить. Со мной происходили такие непостижимые вещи, которые, может быть, кого-то могут привести, может быть, в недоумение, в недоверие. Вот я могу даже сказать, что я не ходила в церковь, но когда я слышала, вот попадала на концерты, они же были очень редки, концерты духовной музыки. Но учитывая вот то, что я была в составе музыкальной секции и общества охраны памятников, там часто устраивали, ну, относительно часто, скажем так, концерты духовной музыки. Помню, был такой квартет Воронова, Капелла Юрлова, которые исполняли духовную музыку. И меня просто пугал один факт. Когда пели песнопение, теперь-то я знаю, что это за песнопение, но тогда, когда я слышала вот даже первую фразу «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Дальше я даже текста не знала, потому что я начинала плакать. У меня сжимало горло и слезы именно на этом песнопении. Я даже напугалась. И только после того, как я пришла в церковь и узнала, что это песнопение Симеона, богоприимца, и что это песнопение моего дня рождения, я поняла. Вот душа, вот же говорят, что душа знает больше, чем мы сами, чем наша голова. Вот душа по природе христианка. Это известная вещь, но на тот-то момент я не знала этого. И душа, она уже была настроена, вот это своего рода камертон у меня уже был, видимо, от рождения. Я сейчас хочу сказать о том, что
когда я узнала, что Сретение вообще на языке церкви – это символ встречи с Богом, я поняла, что она, эта встреча была предопределена. И это совершенно точно. Когда я пришла в церковь в 1986 году, но очень робкими шагами, многого, конечно, не понимала, но в конечном итоге вот постепенно двигалась, и тысячелетие крещения Руси уже приняла как и свой личный праздник, потому что что-то вот такое важное открылось мне, и в первую очередь через жанр духовного стиха. И я вот с этими стихами духовными, я сама стала воцерковляться, они мне оказались большой помощью. Я поняла это и потом нашла подтверждение в работе Федотова, в очерке по истории русской святости, что вот стихи являлись своего рода катехизатором. Вот прочитала о том, что калики-перехожие останавливались в каждом селе, и просвещая вот через знакомый язык, потому что по стилистике духовные стихи и по манере изложения были похожи на былины, которые тогда бытовали. И вот на смену былинам, собственно, вот даже мы здесь можем проследить, как язык, вот язычество начинает меняться через вот этот жанр духовного стиха. Появляются другие герои. Там были герои физической силы, а здесь уже герои духа появляются, святые. А вот это наше богатство, которым мы, к сожалению, грубо распоряжаемся, не бережем его. Вот оно помогает нести, вот, потому что песни вот не только духовные стихи, а вообще народные песни, вот, когда читаешь эти тексты и понимаешь, что она воспитатель. Вот на севере была традиция учить девочек свадебным текстом уже с 4-5 лет. Пойдем, Иван, жито глядеть, жито глядеть, а в нашем жите, в нашем жите, сам Бог. Это значит, каким языковым богатством обладала каждая женщина русская, которая не имела грамоты вот как таковой вот, в сегодняшнем понятии. А вот через многообразие вот эти текстовое, там вот на одну тему нужно целый день было плакать, расставаться и не повторяться вот этих песен. Сколько нужно было этих песен выучить? А если ты знаешь, ты уже все, там все, и воспоминания о детстве, и о будущем думы, и расставание, и с любовью, и долг, и все, то есть вот все, что должна была эта женщина пройти по жизни, в этих песнях уже было заложено. И это тоже был, в общем, тоже какой-то устав.
вот этой жизни этой женщины. Это вообще поразительно. То, что сейчас давно не поется, настоящую русскую песню протяжную. Здорово у тебя получается. Вот это у тебя про вью. Да, вятку. Спой. Такой голос. Он там раскрывается особенно. Вятка. Танюш, ты меня обними. Ну как обними? Господи помилуй. В чем сила души, как вы думаете? Сила души. В душе. Где она еще может быть, сила души, правда? В душе, в человечестве. В Боге. Ой, Бог, да, дает нам силу, да, да, для, да, души нашей. Кто, конечно, еще, конечно, нам даст силу, кроме Бога? Сказал: Дух Святой сошел, как пламя, хлам в апостолах спалил, и с великими делами каждый стал, что исполин. Троица всему основа. Дух дыхание дает, он галактике обновой комарику полет. Дух Святой несется пенье, нас к спасенью призови, дай нам кротости,
терпения, правды, мудрости, любви. Когда берешь вот песню русскую, сталкиваешься с такой удивительной красотой, чистотой вот этого русского слова, и ты понимаешь, каков был народ. Я ничего не хочу сказать вот о сегодняшнем народе. Это грусть, печаль, мы многое потеряли. Но вот через песни можно понять, каков он был. Я не идеализирую, естественно, все бывало в жизни. Но вот отражение, вот как в Великую Отечественную войну, когда дух народа был поднят высоко, потому что шли за высокую идею, какие песни творил народ, наши поэты, композиторы и просто народ сочиняли, удивительной красоты, чистоты, то есть поднимались вот эти самые глубины, которые и могут сохранить человека как личность, сохранить душу и каждого в отдельности, и народа. И во многом наш народ, потеряв огромное количество людей, он сохранил себя вот как нацию, как человека, вот это достоинство человечества. Вот через эту песню, которая до сих пор звучит. Возродилась вновь, и несет она тебе и мне веру и любовь. Золоченый крест стоит над ней, и звенят колокола. Маленькая церковь обогрей душу, чтоб не плакала. Золоченый крест стоит над ней, и звенят колокола. Маленькая церковь обогрей душу, чтоб не плакала. Здесь давно стоит и живет народ, и куда-то Синдига бежит, с детства нас зовет. А весной поют нам соловьи, и сирень цветет, это значит, корни здесь твои. Пусть село живет, а весной поют нам соловьи, и сирень цветет, это значит, корни здесь твои. Пусть село живет, это значит, корни здесь твои. Пусть село живет. Спасибо.